Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил слететь на CSFail. У меня на валике 500 бачей. Давайте со старта поставим $12 на черное. И в идеале прямо вначале ловить черный цвет и хорошо окупаться. Но, к сожалению, падает красное. Ладно, давайте удвоим, поставим $24, чтобы отбить предыдущий проигрыш и выйти в плюс также на $12. А в прошлом ролике мы подняли плюс 200 бачей к балансу, то есть почти плюс 20 тысяч рублей за один ролик. Ну, что могу сказать? Надеюсь, сегодня мне CSFail будет выдавать или так же, или еще лучше. Потому что поднимать по плюс 20 за ролик, ну, это очень солидный результат будет. Ладно, можно мне сейчас упадет черный цвет, сука, опять красное падает. Ладно, еще раз удваиваемся, ставим 48 бачей, все то же самое на черное, чтобы отбить все предыдущие проигрыши и выйти в плюс на $12. Давай, родной, ну пожалуйста, ну выдай мне черное, да сука, опять красное падает. Еще раз удваиваемся, ставим 96 бачей, чтобы отбить все предыдущие проигрыши, выйти в плюс на $10, ну на 12 точнее, но это слишком рискованно для старта видоса, прям супер, если честно. Давай, родной, пожалуйста, пора хоть разочек выдать черный цвет, он опять красный выдает. Ну что, 200 бачей ставим. Но я очень надеюсь, что сейчас упадет черное. Ну как будто уже просто нужно, по-другому и быть не может. Ну дай, пожалуйста, черное. Ну реально, сколько? 3, 6, 9. 9 раз подряд ты не выдавал черное. 9 раз подряд, CSFail. Опять падает не черная. Ну чё, пацаны, будем как-то камбэкать со $122. Не знаю, ловить хай-кэфы, в Crazy Wheel залетать. Напоминаю, парни, все, кто хотят покатать на CSFail, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 10% депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей у себя в инвентаре, скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также в закрепленном комментарии оставлю ссылочку на CSFail и промокод на то, чтобы второй раз крутануть барабан призов. А первый раз крутите, просто переходите по ссылочке, второй раз нажимаете промо, вводите сюда промокод и крутите барабан призов второй раз. Самое приятное отсюда выбить — это ящик со скинами. Мы уже его выбивали и на халяву лутали 20 баксов. Каждый из вас может абсолютно так же. Ладно, мы полетели в Crazy Wheel. Ну чё, нам нужно ловить какие-то бешеные коэффициенты, как будто по-другому вообще никак. Давайте сейчас, наверное, поставим по $7. Что-то между хочу 5 и 10 долларами поставить на вот эти 5 ячеек. На 5 их ставить не буду. Ну, я сейчас буду осознанно сильно рисковать, потому что если я хочу камбэкнуть, по-другому вообще никак. Давай, родной, ну пожалуйста, выдай мне сейчас какой-нибудь минер, кейс, дайс, ну что-нибудь хорошее. Но мне это просто необходимо, сука, он выдает 2x. Но это просто ужас какой-то. По 5 баксов также поставим на эти 5 ячеек. Если ни хрена не будет, то... Да я не знаю, честно, даже куда надо будет идти, чтобы камбэкнуть. Я просто надеюсь на то, что нам сейчас в Crazy Wheel хоть разочек немного повезет. Но это просто необходимо, понимаете? Просто необходимо, по-другому вообще никак. Ну мы только начали видос, уже почти слили весь баланс. Ну это же бред, сука. Мы, считай, со старта ролика не выиграли еще ни одной ставки. Со старта видоса. Ну что это такое? Как такое может быть? Блять, слева минер, справа... Да, ну я не знаю, пацаны, что делать. Мы в дерьме. $12 просто поставим на 4x. Ну вот сейчас, если выиграем, сколько? 110 камбэкнем, уже хоть более-менее. Можно будет заново в Crazy Wheel вернуться и попытаться половить хай-кэфы. Но мы не выигрываем, сука, падает 3x. Хреново, опять хреново. $10 на 7x вот здесь поставим. Попробуем, сколько, плюс 70. Ну, опять же, 110 сделать. Но то, что фиолетовый упадет, шанс, сука, минимальный. Вот в чем дело. Очень хочется хоть одну ставочку сегодня выиграть. Ну, хотя бы одну, сука, можно? Кстати, фиолетовое могло бы упасть, но не падает, сука. Ладно, 10 также на 4x уже в колесе. Ай, сука, сука, сука. Ну что, мы сегодня хоть что-то поймаем? Уже просто ради интереса спрашиваю. Понял, 2х. Слушайте, а мне реально интересно, можно хоть одну ставку сегодня выиграть? Давайте в краше $10 на кэф 122. Ну, держать до 5x точно буду, возможно, даже больше. Поставлю 122, но забирать буду, естественно, раньше. Ну, смотрите, тут 3 подряд кэфа идут говна. То как будто бы сейчас он может что-то выдать. Ну, я, ну, очень хочется в это верить. Ну, нет, без шансов. Не знаю, парни, давайте вот так по $10 на 7x два раза зальем. Ну, не получится, заканчиваем ролик. Ну, я не знаю, что вообще произошло сегодня, но это просто самый, наверное, неудачный мой ролик за последние 2 года. Ну, нормально, такое бывает, сука. Мог, кстати, поставить на зеленое. Но я даже думал об этом, но решил не ставить. Нормально, такое бывает периодически. Но обидно, в любом случае обидно. Тут ничего не добавить, не убавить. Просто обидно и все. Ну, хотя, если он сейчас выдаст 7x, у нас $70, мы залетим с улынем в Crazy Wheel. Ну, короче, шансы на камбэк мифические есть. Если сейчас просто упадет разочек фиолетовый цвет. Кстати, опять рядом, сука, но не падает. Короче, ладно, парни, заканчиваем видос. Но можно еще сейчас, давайте, у меня тут есть какая-то хрень. Вот это вот, продадим ее. А, так у меня же показывал, что у меня на доллар инвентарь. Вот это же, доллар 17. Как это? А, ну у меня ширпа там, вот это по 1 копейке. Ну, давайте вот так поставим.
Ну, чисто последняя ставка. Ну, просто иногда такое бывает, что в конце может прям жестко подфартить. Очень редко, но такое периодически, раз в 1000 лет бывает. Но не повезло. Короче, ладно, парни, заканчиваем видос. Ну, на самом деле, сегодня жестко не повезло в дабле в начале. А потом, вместо того, чтобы как-то пытаться просто понемногу камбэкать, я пытался ловить какие-то бешеные кэфы, из-за этого уже ничего у меня не залетало. В принципе, сука, упало 7x. Если бы я играл более адекватно, я бы мог просто просрать не все. Но в дабле в начале реально сильно не повезло. Ладно, напоминаю, парни, все, кто хотят покатать на кейсфейле, главное, не как я, вы можете при пополнении ввести промкод NIKIROLL и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. А депнули скинчиком 1000 рублей у себя в инвентаре, скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в закрепленном комментарии оставлю ссылочку на кейсфейл и промокод на то, чтобы второй раз крутануть барабан призов. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем писать какой-либо комментарий. Хоть и видос я сегодня все просрал, но чтобы меня просто поддержать, как будто все-таки эти все действия сделать можно. Плюс мы со 100 бачей раскачали 500 долларов на этом канале. Ну, а сейчас пошла такая маленькая черная полоса. Но я надеюсь, то, что она маленькая, и в следующем видосе мы сможем все откомбэчить, то, что просрали. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.